Друзья, всем привет! Снова сборочка мебели и снова кое-какие примочки для сборки мебели. И не только для сборки мебели, а вообще каких-то технических там моментов. Я про насадочки уже показывал, и вот в этом видео снова тема про насадки. Вот такая вот насадка, гибкий вал. И вот такая, сейчас покажу, как они работают, для чего они необходимы. Смотрите, и бывают варианты такие, когда вот у вас лежит конструкция какая-то мебельная, да, и вам надо закрутить вот конфирмат. Вот я насадил его сюда, конфирматик. Конфирмат — это вот такие евроболты, так называемый крепеж. Здесь шестигранное отверстие под шестигранную биту, вот оно здесь установлено. И вот они такие как бы самоцентрующие, да, такие притягивающие. И иногда приходится вплотную где-то закручивать вот конфирмат, вот этот вот. И патрон может тереть какую-то поверхность, видите, вот, что непозволительно, то есть вот доску какую-то и оставить следы. Вот так вот наискосок вы не сможете, естественно, ничего закрутить. Вы сорвете все грани на бите, на крепеже. И для этого существуют вот такие вещи. Сейчас покажу. Вот отстегиваем биту и одеваем вот такую вот насадку, да, можно ее вставлять напрямую хвостовиком в патрон, а можно вот в быстрый такой вот переходник, быстро отстегивающий, все так оттягиваете, вытаскиваете или вставляете. И, соответственно, шуруповерт уже вот так вот может работать. Подъехать сможете вот так вот этой битой к нужному крепежу и не будете тереть патроном от дрели, от шуруповерта, об какую-либо поверхность царапать. То есть такая как бы деликатная получается сборка. Вот, смотрите, вот видите, я его приподнял. Так он срабатывает. Вот. Ну, ставите, естественно, на минимальное усилие, чтобы не проломить ДСП. Можно увеличить, если он там не докрутился. Вот, смотрите, я сейчас увеличил. Сейчас докручу. И ничего не царапает в итоге. Вот этот вот в данном случае, он просто лежит. В нем вращается внутренность. Вот эта вот часть, она не крутится. Смотрите. Вот, посмотрите. Крутится только бита. Ну и, соответственно, есть второй вариант еще. Сейчас покажу. Он погибче, помягче. Вот этот вот вообще такой упругий, да, то есть как бы мягкая бита, но он такой, смотрите, вот так раз, отпружинивает. А этот вот мягкий, да, он тоже отпружинивает, но, ну, во-первых, больше загиб, больше как бы угол поворота. Здесь немножко другая такая вот патрончик, вот этот магнитный прихват для биты. Ну и вот здесь вот надо держать, тоже ухватик такой, вы держите, и все это вращается. То есть вот это, сам шланг не вращается. И вот так вот это дело закручивает, смотрите. Естественно, вот здесь надо удерживать, конечно же. Я сейчас одной рукой вам показываю, но это двумя руками делается. Вот так что, друзья, вот такое видео, вот с такими насадочками. Еще раз повторюсь, вот можно, конечно, обойтись без этой всей приблуды, но будут у вас случаи, когда вот этот патрон будет, во-первых, сам что-то обгрызать и сам же царапаться. Если вы относитесь к инструменту хорошо, вы не будете его портить и живодерно относиться ни к инструменту, ни к какому-нибудь собираемой конструкции, технике там и все такое. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока.